12 августа 1945 года. Впервые после 4 лет войны в Москве на Красной площади состоялся традиционный всесоюзный парад физкультурников. Под гербами 16 республик собралась 23-тысячная армия самых лучших физкультурников нашей страны, олицетворяя дружбу и силу народов Советского Союза. Молодо и нарядно выглядела в этот день площадь столицы. Во всю длину площади, от исторического музея до храма Василия Блаженного, был расстелен гигантский ковер, напоминающий зеленое поле стадиона. Физкультурная молодежь братских республик вышла на Красную площадь в своих национальных костюмах. Они пришли сюда, лучшие спортсмены советского государства, из городов Прибалтики, с горных долин Памира и берегов Исык-Куля, с полей Украины и Белоруссии, из знойного Туркменистана, Узбекистана, плодородных степей Молдавии, солнечной Грузии и Армении. К своим местам на трибунах. Идут члены дипломатического корпуса и военных миссий. Почетный гость праздника. Прибывший в Москву генерал американской армии Дуайт Эйзенхауэр, посол Соединенных Штатов Америки в СССР господин Гарриман. Среди гостей премьер-министр Польской Республики господин Осупка Моравский. Известная венгерская киноактриса Франческа Галь, писатель Маршак. Руководители партии и правительства направляются из Кремля на Красную площадь. Товарищ Сталин. Thank you.
трибуне Мавзолея руководители партии и правительства Советского Союза. Сюда же были приглашены генерал армии Дуайт Эйзенхауэр и господин Гарриман. Принимают парад. Председатель Всесоюзного комитета по делам физкультуры и спорта при Совнаркоме СССР товарищ Романов, секретарь ЦК ВЛКСМ товарищ Михайлов и секретарь ВЦСПС товарищ Тарасов. Командует парадом генерал-лейтенант Синилов. Товарищи участники Всесоюзного парада, от лица миллионов юношей и девушек, рабочих и работниц, колхозников и колхозниц, советской интеллигенции, вы демонстрируете здесь свою боевую готовность, сплоченность, несокрушимую дружбу и единство народов Советского Союза, безграничную преданность Центральному комитету большевистской партии, советскому правительству, нашему вождю, товарищу Сталину. Да здравствуют советские физкультурники и физкультурницы, да здравствует советская молодежь. Да здравствует наш вождь, генералиссимус Советского Союза, товарищ Сталин. Парад открывает головная колонна представителей союзных республик. Физкультурники Российской Федерации, сыны и дочери великого русского народа. Украины. Многие из них недавно сменили военную форму на спортивные костюмы. Белорусы.
отважные партизаны и партизанки. Спортивная закалка помогла им успешно бороться в тылу врага. Защитники Кавказа. Физкультурники закавказских республик. В их рядах прославленные альпинисты, гимнасты, борцы, гиревики, чемпионы и рекордсмены СССР. Спортсмены Средней Азии. Известный гимнаст Дробышевский несет знамя физкультурников Карело-Финской ССР. Спортсмены самой северной республики. Отличные лыжники и мастера водного спорта. Герой Советского Союза майор Дзиаур возглавляет делегацию физкультурников Молдавии. Физкультурники Прибалтики. Литовская делегация. Физкультурники Латвии. Эстонская делегация. На Красную площадь вступили колонны спортивных обществ, профсоюзов, представители всех отраслей советской индустрии, всех профессий. Шли те, кто вооружал, кормил и одевал Красную армию. Спортсмены общества «Крылья Советов», молодежь советских авиационных заводов. В рядах этого общества мировой рекордсмен по поднятию тяжести Григорий Новак и мировая рекордсменка в беге на средней дистанции Евдокия Васильева. Ткачихи трехгорки Прохоровской мануфактуры Ногинска объединены в спортивное общество «Красное знамя». Thank you.
Спортсмены общества «Медик». Спортивное общество рабочих электропромышленности «Сталинец». В рядах общества «Строитель», мировой рекордсмен по поднятию тяжестей Косарев и один из лучших боксеров страны Огуренков. Молния. Спортивное общество работников связи. Спортивное общество «Родина». Спортивное общество «Пищевик». Ведет колонну заслуженный мастер спорта Зоя Болотова. Спортивное общество «Энергия». «Буревестник». Женская хоккейная команда «Буревестника» по праву считается одной из лучших команд страны. Спортивное общество «Большевик». Мастера-фигуристы Гранаткина, Толмачев, Некрасова и Глязер. Ордена Ленина общество «Спартак». Высокую правительственную награду получило это общество за массовую физкультурную и спортивную работу. В его рядах выдающиеся мастера физкультуры.
На Красную площадь вступили 2700 спортсменов самого популярного в стране ордена Ленина добровольного общества «Динамо». В колонне «Динамо» представлены все виды спорта и все спортивные возрасты. В рядах этого общества 61 чемпион и рекордсмен Советского Союза. В розыгрыше первенства страны по футболу команда «Динамо» выходит победительницей 1945 года. Эти физкультурники на полях сражений громили врага. За смелость и отвагу они удостоены звания Героя Советского Союза. Марш-парад закончен. Начались спортивно-гимнастические выступления. Красная площадь превратилась в пионерский лагерь. День в пионерском лагере обычно начинается с утренней зарядки. Зажегся традиционный пионерский костер. Маленьких москвичей, родному товарищу Сталину, школьники передают букеты цветов. Школьников сменяют спортсмены Прибалтики. Эстонская делегация показывает упражнения с мячами. Thank you.
Юноша и девушка латвийской делегации исполнили народную пляску «Лига». Выступление спортсменов Прибалтики завершила делегация Литвы. Впервые во всесоюзном физкультурном параде участвуют спортсмены самого молодого общества «Трудовые резервы». 3500 юных ремесленников заполнили Красную площадь. Ученики ремесленных училищ отлично совмещают производственное обучение с физической подготовкой. Физкультурники Молдавской Республики исполняют свой народный танец «Молдаванеска». На площади делегация физкультурников Карело-Финской Республики.
прославленные мастера водного спорта проводят физкультурные упражнения с веслами. Вслед за Карел Афинами на площади делегация физкультурников Киргизии. Киргизы закончили национальной борьбой. Физкультурников в Киргизии сменила туркменская делегация. Массовыми гимнастическими упражнениями начали свое выступление спортсмены Таджикистана. Студенты Московского энергетического института имени Молотова. Физкультурники Казахстана. Thank you.
выступление спортсменов Узбекистана. Ленинградский государственный орден Ленина и ордена Красного Знамени, Институт физической культуры имени Лесгафта. Орденом Ленина институт награжден за образцовую подготовку кадров советского спорта. Орденом Красного Знамени за подготовку боевых резервов, за боевую деятельность в партизанских отрядах в годы Великой Отечественной войны. Студенты института в своих выступлениях показали высокое спортивное мастерство. На турнике работает заслуженный мастер спорта Бармоткин. Делегация физкультурников Армении. Спортсмены Грузии. We'll be right back.
Спортивную делегацию Грузинской Республики сменили физкультурники Азербайджана. Еще 300 гимнастов, добровольных спортивных обществ, профсоюзов представили в своем выступлении все виды спорта. Физкультурная делегация Белорусской Республики. Выступления спортсмены Белоруссии закончили народным танцем «Лявоніха». Thank you.
выступление физкультурников Украинской ССР. Спортивно-гимнастические выступления завершают студенты Московского ордена Ленина Института физической культуры имени Сталина.